Александр Новиков. Добрый вечер. У нас сегодня праздник 20 лет премии «Шансон года». Конечно, мне как артисту радостно сегодня знать, что все эти 20 лет мои песни звучат на волнах радио «Шансон». Я даже не могу представить, какое количество слушателей их услышало и, может быть, даже полюбило. Сорок лет ходил в пустыне Моисей, по песку бродить не босиком, по роще. От того известен стал планете всей, а у нас пути они намного проще. А если грусть, печаль, тоску в душе посеешь, говорил и звякал трубкой о стакан. Кем мой с отчеством российским, Моисеич, прилетай в Китай на радость землякам. С Моисеичем плутаю по Китаю, 3 недели, а приехал на 3 дня. После первой я иероглифы читаю, после третьей по-китайски понимаю, а после пятой понимают все меня. Производит Кент любой ассортимент, мировую экономику питая, и любой 100 раз крутой всемирный бренд зарождает самолично он в Китае. И за это только стоя и до дна пьем на радостях заморского портвея. И великая китайская стена все становится кривее и кривее. С Моисеичем плутаю по Китаю, 3 недели, а приехал на 3 дня. После первой я иероглифы читаю, после третьей по-китайски понимаю, а после пятой понимают все меня. Надо двигать чемодан, уже готов, но привычный к самым пьяным заварухам приведет за стол китайских он кентов, напитаться напоследок русским духом. А китаяночка раскоса и бледна, учит русский мат и водку робко глушит. И великая китайская стена разделить уже не сможет наши души. С Моисеичем плутаю по Китаю, 3 недели, а приехал на 3 дня. После первой я иероглифы читаю, после третьей по-китайски понимаю, а после пятой понимают все меня. С Моисеичем плутаю по Китаю, 3 недели, а приехал на 3 дня. После первой я иероглифы читаю, после третьей по-китайски понимаю, а
после пятой понимают все меня. Александр Новиков и песня «Плутаю, покидаю», лауреат премии «Шансон года».